Боливиец Сенан Вилька Флорес, возможно, самый старый мужчина на Земле. Он родился 21 августа 1900 года, что подтверждает его удостоверение личности. Он вырос на плато Альтиплана, а теперь живет в боливийской столице Сукре. В свои 118 дедушка по-прежнему любит проводить время на свежем воздухе. Каждый день я выхожу из дома и гуляю неподалеку, чтобы как-то развлечься. Потом возвращаюсь, ем и ложусь спать. О пожилом боливийце заботится дочь. Он потихонечку ходит сам. Иногда я провожаю его в больницу, а порой он идет без меня. Он не любит уходить далеко, но больница совсем рядом. Боливийский дедушка – старший японского долгожителя Дзироэмона Кимуре, который скончался в 116 лет. Он был признан старейшим мужчиной планеты. Сейчас самым старым мужчиной считается 113-летний Масадзе Нанака, который живет в японской префектуре Хоккайдо. В Боливии есть и бабушка-долгожительница. Это Хулия Флорес Колке из города Сабкаба. 26 октября она отпраздновала 118-й день рождения. Хулия до сих пор поет и играет на чаранго. По-прежнему любит сладкое, у нее хорошее здоровье и нормальное зрение. Местные власти хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы бабушку признали старейшей на планете женщиной из ныне живущих. Сейчас таковой считается японка Кане Танака. В январе ей исполнится 116. Между тем, титул самой пожилой женщины из когда-либо живших на Земле принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Она прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.